В Сырымском районе прошел слет «Юный спасатель-2024». Организаторами мероприятия выступили станция юных туристов края, а также районные отделы по чрезвычайным ситуациям и образованию. Мероприятие, направленное на формирование у подрастающего поколения навыков оказания первой помощи и основ безопасности жизнедеятельности, прошло в формате увлекательного квеста. Юные спасатели с большим энтузиазмом принимали участие в различных конкурсах и заданиях. Они учились правильно накладывать жгуты, оказывать первую помощь при различных травмах. Опытные спасатели и медики делились своими знаниями и навыками, рассказывали о важности своей профессии и о том, как оказать помощь в любой ситуации. Главная цель этого слета – улучшить навыки по спасению людей у школьников нашего района. Мы хотим дать им начальные знания, как оказывать первую помощь, как действовать при спасении человека. Это традиционное мероприятие, которое будет продолжено в будущем. Всего в слете приняли участие 6 команд. Это не просто мероприятие, это возможность для детей научиться важным жизненным навыкам. Ребята задавали множество вопросов о работе спасателей, о самых сложных операциях и о том, как стать спасателем в будущем. Здесь школьники смогли принять участие в аварийно-спасательных работах. Они показали свое мастерство. Детям очень понравилось. Такие мероприятия дают начальную подготовку и базовые знания, которые нужны спасателям в их работе. Соревнования получились очень захватывающими. Главный приз получила команда районной станции юных туристов. Второе место досталось команде школы имени Дусмухамедова. И третье забрала команда комплекса «Школа ясли детский сад Абай». Олег Великий, Даурен Кожахметов, Кинжбек Салыхов, Акжай Акпарат.